главная Барби России Татьяна Тузова. Давайте посмотрим на уникальную коллекцию Барби, которую собрала Таня Тузова. Внимание. У меня самая большая в мире коллекция. Уже 11 тысяч кукол. Есть стенка с куклами 90. Артистки разные. Здесь самое ценное – это кукла Марии Антуанетта. И рядом стоящие три куклы, то есть уже, наверное, 500 000. Вот здесь вот очень много толстушек. Вот есть железная. Так, Барби видеокамера. Это опасная кукла. Сейчас коллекция стоит более 35 000 000 рублей. Ну, я не считаю 35 миллионов особо огромной суммой. Ну, а что можно купить за 35 миллионов сейчас? Три машины, вот, как у меня. Это первый автомобиль. Я его очень люблю. Покупала его в 2012 году сама, собственными силами. И с этого автомобиля началась моя коллекция. Я часто участвую в конкурсах красоты, устраиваю показы. И, соответственно, нужна была машина побольше. Я не ожидала, что так быстро появится следующая машина. Она была куплена на мой последний день рождения. Общая стоимость представленных здесь розовых автомобилей в районе 30 миллионов рублей. Люблю ездить быстро, с открытым верхом. Все хотят сфотографироваться, все машут руками, бибикают. Ну, я понимаю, что я всем поднимаю настроение. И у меня от этого тоже хорошее настроение всегда. Таня, молодец! У меня тоже поднялось настроение, послушайте.